Hı. И еще что? Автосамплер тоже можно включить. Да. Угу. А здесь мы что ждем, чтобы выключить хроматограф? Генератор азота. Он должен добраться продув. Должен добраться до работы. Он сам автоматически будет это сделать. Когда будет работа, выключаем хроматограф. Окей? И фильтры, что мы должны ждать? Ждать, когда да. Зеленый. Да, зеленый, готовность. Если едет нагрев, надо ждать. Да. Окей? Да. Все. Здесь ждем, будет работа. Здесь ждем работу, работа будет идти.